Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемар, как всех с наступающим. Аж Васька убежал, как громко кричу. Короче, ребятки, я вам хочу сделать такое коротенькое видео, просто вам сообщить, что завтра у нас будет прямой эфир. Как вы видите, мы уже немного собираемся или готовимся к этому делу. Короче, ребятки, завтра будет прямой эфир по немецкому, да, то есть по времени в Германии мы начнем где-то в 6 часов вечера. Это будет получаться в России будет 8, в Казахстане, в Казахстане будет 7, да? Нет, 11. А в Казахстане будет 11, да. Потому что разница в Казахстане 5 часов, да. Средний мы взяли, там тоже разница может быть и в 6 часов, Казахстан тоже большой, ребята. Короче, по-немецки в 6 часов вечера будет, начнем стрим. Как вы знаете, я уже говорил, попробуем там что-то мы грилить, что-то делать. Вы видите, специально купил, сам я вам говорил, что это деньги на ветер, но специально купил для Нового года, чтобы именно, когда будет в Казахстане, в 7 часов вечера, пустим пару ракеток для казахстанцев, когда будет в Москве потом, по московскому времени, тоже запустим, и когда будет в Германии, тоже запустим. Обещаю, погоду барахло, ветер, ураган. Ну, как-то так, ребята, и не забудьте писать прямо сейчас под этим видео тоже ваши вопросы. В Ютубе пишите вопросы в Одноклассниках, пишите вопросы в ВК, ВКонтакте, в ВК уже был. Короче, ребятки, везде пишите вопросы. Вы же понимаете, что если я начну стрим аж 6 часов вечера, до 12, целых 6 часов он будет идти. И поэтому нужно время, чтобы чем-то Вальдемар был занят, то есть Вальдемар тарахтел. Я надеюсь, что рот у меня болеть не будет. Видите, он пивка даже купил. Хотел купить алкоголь фрай, смотрел, купил, короче, алкоголь фрай и некоторые неалкогольные. Короче, бум, пить все. Это так вот. Это просто автостоять стоит, потому что магазин не закупались, и все старается. Нож купил тоже такой, потому что это дело не относится, мясо резать. Итак, ребятки, еще раз, пишите в комментариях ваши вопросы. Значит, в Одноклассниках, в Ютубе и ВКонтакте. В Фейсбуке там вас много нету. Лучше Фейсбук там еще меня не шибко развит. Абонент он. Ну, подписывался, да, по-любому. Все, ребятки, пока. Давайте до завтрава. Ракетки сейчас жечь не будем. Ну, попробуем ту кирогазку. Ребята, если та кирогазка, я Олегу сказал, что с ней не получится, напихаю полу бомбочек и взорву, черт твою бабушку, какая разлетается все. Все, ребятки, пока. Давайте до завтрава. Покедова.